Меминда вилапараком титеул ткен таганзе. Я хочу сегодня говорить о каждом из вас. Ткенс ничзе да ткенс унаребзе. О вашем даре, о вашей способности. Мотодебазе ромели згмерца аукс титеул ткен таганистуис згмерц. О призвании, которое Бог имеет для каждого из вас. Первый Коринтельта метормете тауши асев китхулоб 5-6 мухли да мешвидет шейлеба. И в первом послании к Коринфянам, 12 главе, с 5 по 7 пришитина. Схвада схванаирия, упалики и гивия. Мокмедебанит схвада схванаирия, холо гмерти и гивия. Ромелит самокмедебс, овеливес хвела перши. Да, сулит гамовли небо, хвела седзелева сасикетотом. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Это место говорит о Святой Троице. Как действует Троица в церкви. Служения, они разные, разнообразные. Эсарис ничеби ромелиц. Упали Иисусаган моди садамианебзем. Это дары, которые приходят от Господа Иисуса на человека. Ромлишесахе пепесельта меотхетавшицери ягмертма даак и наертни моцикулебат меоренитина сарметколебат масалеблебат схемсебат да ну хотим сахуреба. Которые написано в послании к Ефесянам 4 главе о 5 служениях. Некоторых Бог поставил евангелистами, апостолами, учителями, пастырями. Ану, Иесо хутм сахуребит, мартавс эклесиас. И Бог, Он управляет церковью посредством 5 служений. Схвада схванаирия, ес сахуреба, маграм упали и гивияо, ес эрти упали яри, ромелиц, схвада схванаират, авлен сам ничепс. И эти служения разные, но Господь один, но Он тот, который проявляется через эти служения. Маграм мокмедебани. Но действия... Ромлитац эклесиис титеули цеври, титеули адамиани мокмедебс эклесиаши. Действие, которым действует каждый член церкви. Мокмедебебит схвада схванаирия. Действия также разные. Маграм гмерти и гивия. Но Бог тот же. Ану мокмедебис ничи, эсарис гмертизган чадебули титеул морцмунеши. Дар действия, это дар, который вложен Богом в каждого верующего. Да гамовлинебис ничи, ну... Мокмедебис ничесари, ромалита метормете тавис, отхидан шуидамде. И эти дары написаны в Римлянам 12 главе с 4 по 6 стих. Чен даубрундебит мас. Мы вернемся обязательно к ним. Маграм гамовлинебис ничеби. Но дары проявления. Роца гамовлинебазия лапараки. Когда идет разговор о проявлении. Эсари уко сулицмидис ничебис гамовлинеба ромелиц влиндеба схода схванаират. Это уже проявление даров Духа Святого, которые... разнообразно проявляются. Да квела из гамовлине ба сасикетуарис. И все эти проявления во благо. Упро дасанахиро икос. Тите улит кон таганисуис. Минда гамовидес. Эти кутикаци гамодит. Чтобы было для вас более понятно, я хочу 5 человек пригласить вперед. Сулерсиерис. Каликаци гамого. Все равно. Магалитат. Ударов. Претензии я могу сарафирзе. Маграм. Цармоидгине техла. Упали адзлевс. Хутничс. Эклесиас. Представьте, Господь дает 5 даров церкви. Эсничеви. Мушаубен ткензе. Эти 5 даров работают для вас. Мокмедебенисини. Асаулиан, схвадасхва формит, зрдиан, морцмунепс. Они действуют, они учат верующих разным образом. Имиторо эписельта меотхетави амбобсро, эс хутим сахуреба, дакене булиарио, цминда небис сахуреба, роику эс срулкопили. Ану, морцмунебис, эклесияши, сахуреба, мокмедеба, гамовлинеба, роику эс срулкопили, хутим сахуреба, ромелис дакена, Эсени зрдиан эклесиас, ром эклесиаши титеули цеури, икос срулкопили профессионали сахури. В Ефесянам 4 главе написано, что вот эти 5 даров, они поставлены для того, чтобы усовершенствовать служение святых в церкви, чтобы их служение было более эффективным. Да,
ეკლესია გამოვლინებას იწყებს, გამოვლინების ნიჭები ვლინდება უკვე ქვეყნიერებაზე. И вот у церкви уже вот эти дары, проявления, они действуют уже в миру. Хутиничи асцавлис, винариан исини. Пять даров учат тому, кто они есть. Экклесиаши висраничи аксдара, акшчадебули гмертизган. В церкви у кого какие дары, что вложено в каждого от Бога. Дароца адамьян маицис, винарис. И когда человек уже знает, кто Мистис он есть. Мистис адуилиарис, эдзиос исничи. Сулицминдиса, ромелиц мис сахуребаши унда гамовлинде. И для этого человеку уже легко искать тот дар от Духа Святого, который нужен ему в его служении. Да исмидис квекниеребазе. И он идет в мир. Эм сахуреба квекниеребас. Служит миру. Мокавс экклесиаши. Приводит церковь. Да, роса титон издрдеба, хдеба исм хутис сахуребис нацили. И когда он сам возрастает, он становится сам частью этих пяти служений. Титонасцавлис мере ахлепс. Он потом сам учит новых. Ромисахалис руқопили гахдес псахуребаши цавидес. Чтобы этот новый он поднялся, усовершенствовал служение и пошел. Шейдзлеба итквас, ро эс арис рагаца джачви асетнаири, ромелиц ар унда гацхдес хути псахуреба экклесиазе, экклесия квекниеребазе мокмедебс. Ქვეყნიერებიდან მოსულებს ისევ ხუთი მსახურება ასწავლის და აი ესე ტრიალებს ეს ცეფი. И это своего образа как бы цепь, которая не должна разорваться, потому что пять служений служит церкви, церковь миру, люди приходят из мира в церковь и опять всё вот так повторяется. Ის ხშირად ადამიანები არ იციან ვინ არიან ქრისტეში. Очень часто люди не знают того, кто они во Христе. Ту ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ. Если мы говорим, что мы тело Христово. Сხეულში ყოველას ერთი საქმე და ერთი ასო არ არისო პავლე მოციქული ამბობს. И апостол Павел говорит, что в теле Христовом не один член, то есть не у всех. Ანუ ჩვენ სხეულსა ქურები, თვალები, ცხვირი, ხელები, თითები ფეხები, ნეკნები, რა ვიცი, შინ დაფარული ორგანოები. У нашего тела есть глаза, уши, нос, руки, ноги и всё остальное. Зоги чан, зоги яра чанс. И некоторые члены тела видны, некоторые нет. Да ადამიანმა უნდა იცოდეს თვითონ რას წარმოადგენს. И человек должен сам знать, кто он. Да ხშირად არიციან და უბრალოდ სულიწმინდის გამოვლინების ნიჭებს даздевен. И люди почистую не знают этого, и они просто гонятся за проявлениями даров духа. Маграм ძალიან адвилия гесмодес шенс адгилас ромели ничи унда влиндебодес. Но очень легко понимать на твоём месте, к которому ты призван, где ты стоишь, какой дар тебе нужен. Шенни адгили сулицминдис ничеби укве хдеба როგორც инструменты имиствуйс ром шени ничи сруқопили гахдес. И когда ты знаешь твоё призвание, тогда очень легко, чтобы эти дары они стали инструментами Духа Святого в твоих руках. Иакобис 1:17 წერია, ყოველი კეთილი მისაცემელი, ყოველი სრულყოფილი ნიჭი მოდისო შუქთა მამისაგან, რომელშიც არ არის ცვალებადობა და არც აჩრდილი ცვალებადობის. В Якова 1 главе 17 стихе написано, что в Боге нет всякой даяни дубы, всякий дар совершенно исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Всякий дар он совершенный. Всякий совершенный дар исходит от Отца Светов. Тот дар, который ты имеешь, знай, что он совершенен. И тот дар, который Бог вложил в тебя, не думай, что он с каким-то недостатком, наоборот, он совершенный. Мог медебис ничим. Дар действия. Ромелиц титеул ткуэнтаган саукс. Который имеет каждый из вас. Ромелицунда вавлендет экклесия таус. Которым мы, церковь, должны проявляться. Минда амничап шевехо цота. Я хочу коснуться вот этих даров. Мем эсмис ро библиур сколаши ару зиуарт маграм. Родис вилапаракот тут дрес арам. Я понимаю, что мы не сидим в библейской школе, но когда говорить, если не сегодня? Винс библиур сколаши гагиулиат эс
Тема гасагебия, гамум хевит кисел. Кто уже проходил этот предмет, эти вопросы в библейской школе, очень хорошо, просто следуйте за мной. Эсарис шуиди ничи. Это семь даров. Шуиди ничи ромелиц эклесияши арис да гмертма чадо титеул адамьянши. Семь даров – это те дары, которые есть в церкви, которые Бог вложил в каждого человека. Эс шуиди ничи шейдлеба итку асари символу Самсонис шуиди нацнависа. И эти семь даров, можно сказать, это символ вот этих прядей Самсона, которые были также семь. Имидором дзуэлахтма ширацки дацерила Иесу амбовс, чем шесахепико дацерилио, эклеси... И потому Иисус говорил, что то, что было написано в Ветхом Завете, было написано обо мне, потому что и в Ветхом Завете мы должны видеть Иисуса и Церковь. Да, Самсон и Рогор злиери эклесии символу. И Самсон, который являлся символом Тупируэл Сахем. Или прообразом. А из шуиди нацанав и шуиди ничиарис. Вот эти семь прядей или кос, которые были у него, можно сказать, что вот это и символ церкви. Дароца гадаи парсамиси тави мандакар гадзала. И когда он когда обрили его волосы, он потерял свою силу. Роца эклесия амничебит армокмедебс да арвли авленен тав самничебит искаргав зала стависас. И когда церковь не действует в этих дарах, когда эти дары через церковь не проявляются, она теряет свою силу. Рато нацнавеби имиторо квела ничи. Эс шуиди ничи эртатунда икос шекрули квела рогоц эрти организми. Почему косы? Потому что они должны быть объединены вместе, они должны действовать вместе. Да, Ромаэльта 12:6-дан вицхеб. И мы начинаем Римлянам 12 глава 6 стих. Да гуакс чвентвис мадлит моцемули свадасхва ничи ту цинасарметквелеба рцменис шесабамисат. Итак, по данным нам благодати имеем различные дарования. То и имеешь ли пророчество и пророчествуй по мере веры. Цина таргманеби рамодени ми амбобда тум кадагебели арцмени сазомит. И другие переводы, предыдущие переводы говорили, что если проповедник, то по мере веры. Зоган гадмо таргнили ярогорцм кадагебели зоган цина сарметкули. И кое-где переведено как пророк, где-то переведено как как проповедник. Акарари шецдома, акарари лапараки, цинасарметхуэлзе. Здесь нет никакой ошибки, здесь не говорится о пророке. Ориве таргмани сория, маграм арасрулкупили. Оба перевода, они правильны, но несовершенны. Эситу агнишнавс, цинасарметхуэлурм кадагебелс. Это слово обозначает пророческого проповедника. Ану кац, ромельса цармо умзадебия, темар чамо уцерия. Агэпс пирс да ицхэпс лапаракс да ис убралот моумзадебели ар даугегмия эс тема да лапаракопс Христезе моумзадеблат эсеровткот. Другими словами, это человек, который не приготовил какую-то проповедь определенную, но просто, он просто открывает уста и пророчески начинает говорить некоторые вещи. Лапаракопс да титон гебулопс гамоцхадебас тависна лапаракепзе. И он говорит и сам получает откровение о сказанном им. Да зогде радаме сгони, рачку я не вору, моклет, рогор каргат чаму вахали. Человек порой думает, что какой я умный, как я все вот это четко вот так распределил. Маграм эсар исис ничи ромели субралот гулидан гамуа цинасарметхуэлурат адамиенс. Но этот дар, который вот из сердца, из внутренности, он выносит вот это пророческое наружу. Исит первый кадагеба Петреси момзадебули яри короца сулицминда гадмовида да мандаиц лапаракин. Знаешь, когда первая проповедь Петра не была подготовлена им, когда Дух Святой сошел, он начал проповедовать. Дароца ман халхсми марта тко асети ситкоби эсарис ис. Разве цеса... Хо, эса ямбовда, чем смонебзе да... Иоэль ямбовда, бодишт. Чем смонебзе да, чем схевлебзе гадмогури им дребши, чем исули саган, да и цинасарметхуэлебен. И когда он начал проповедовать, он сказал об этом, что об этом говорил пророк Иоиль, когда говорил, что от духа моего изовлю на всякую плоть, и все будут пророчествовать. Ану, цинасарметхуэлеба акаруткуя Петрес маграм ман, моум задебели шейлеба иткуас, кадагеба цармосткуа. Ман сули тила парака убрало ти израц гмерцундо даро мое сминам хал. И здесь Петр пророческого ничего не говорил, он просто открыл уста и начал проповедовать и говорить то, что должны были услышать люди. Гамоцхадаби схрамет яд шицерия, Христезе моцмоба,
წინასწარმეტყველური სულია. И в Откровении 12 главе 10 стихе написано, что дух свидетельство. Свидетельство это дух пророческий. Роца Иисусе моцмобс ადამიანი. Когда человек пророчествует или свидетельствует об Иисусе. Это уже წინასწარმეტყველური სულია. Это уже дух пророческий. Маграм ეს არის მქადაგებელი, რომელიც იწევს Христезе лапара. Но это проповедник, который начинает говорить о Христе. Амничсакс унари небесмиери темидан Иесоти даамтаврос. Но этот дар имеет любую начатую тему завершить Христом. Из дарян адамянеби ай ძალიან ეხერხებათ თუ ეს მათია და იმიტომ небесмиер темазе საუბრობენ ადამიანთან და უცებ ისე გადაყავთ Христезе ქადაგება ვერ ხვდები როგორ გამოზდით. И знаешь, есть люди, которые у них вот этот дар, и не понимаешь, как у них получается, что из любой темы они могут так искусно свернуть на Христа. Это ихнее. И вот этот дар имеет вот эту способность. Чтобы любой разговор направить к спасению, к покаянию. Чтобы человеку донести Христа. Амничи супиратесоба исарис ро мас шеуძლია каргат лапараки мчермэтквелия оратория. И да, да, это заключается в том, что этот человек может хорошо говорить, говорить ораторски. Quelas ara aqs es nichin. У всех нет этого дара. Magram sheizleba shen gaqs. Но может быть у тебя есть он. Is it aseti adamianebi auchilebeli ar ari tsinasarmetqvelebi gaxnen, tumtsa sheileba asetebi tsiqnen. Magram უმეტესობა махаრობლები ხდებიან. Не обязательно, чтобы такой человек стал пророком, хотя так и бывает, но в основном такие люди это евангелисты. Именно ро амничис ადამიანებს უყვართ ხალხისთვის დამოწმება და მონანიებამდე მოყვანა. Потому что такие люди любят свидетельствовать, любят проповедовать о Христе и привозить людей к спасению. Мат акт унари мравал сукадагон. У них есть способность проповедовать многим. Дам цирецац. И также и малому количеству. Маграм зобджер შეიძლება თავიანთი სიბრძნე არ დახარჯონ ცოტა რამოდენიმე ადამიანზე ფიქრობენ. Ну, ара მე დიდი აუდიტორია მინდა. Но хотя они могут также сказать, что не как бы растрачивать свой дар на малое количество людей и говорить, что нет, ну я скорее всего призван к большому количеству. Ту гаксес ничи илапараке небесмир ადამიანთან. Если у тебя есть этот дар разговаривать с любыми людьми. Саоджахо ჯგუფის ლიდერები უნდა იყვნენ ასეთები. И лидеры домашних групп должны быть такими. Ту гаксес унари მოკიდე ხელი ამ საქმეს. Если у тебя есть этот дар, тогда возьми за это дело. Ту арада имоძრავე საოჯახო ჯგუფებში. Так если нет, тогда просто посещай домашнюю группу. Моиყვანე ახლები. Приводи других новых людей. Элапараки ადამიანებს. Говори с людьми. Ну მისემ საშუალებას შენს თავს ჩაკლა ეს ნიჭი შენს ცხოვრებაში. И не позволяй себе убить этот дар в твоей жизни. პირველი პეტრეს 4:11-ში ასე წერია, თუ ვინმე ლაპარაკობს, ილაპარაკოს როგორც ღვთის სიტყვა. თუ ვინმე სემსახურება ღვთის მიერ მინიჭებული ძალით ემსახუროს. 1 პეტრე 4 глава 11 стих. რაცა ღმერთი განდიდესო. Говорит ли кто, говори, как слава Божия. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. И когда ты говоришь, говори, как слова Божии. Миасев пикроп. Я так думаю. Миасем гония кьера. Я так думаю, или я так думаю. Цина сарметвели рисули. Имитуа цина сарметвелури упали амбопс уасен. И пророческий дух потому пророческий, потому что так говорит Господь. Упали геумнеба амас. Господь говорит тебе. Упали гелапаракеба. Господь говорит с тобой. Упалс ундаро моинанио. Господь хочет, чтобы ты покаялся. Упалс ундаро дахснили иго. Господь хочет, чтобы ты был спасен. Да сешемдек, да сешемдек. И так далее. Меоре ничим. Второй дар. Эсарим сахурим. Это служитель. Мешудем мухлиамбопс, тум сахуреба ам сахуребашио. И если служитель, то в служении. Изит адамианеби хшират пикробен ром, расквиам сахури, дамамцирებელია, чемтвис, аэс момцонс, ра, цинасарметквели, ан, изэти гамчукебели. Некоторые думают, что, ну вот, служитель, служение, что-то такое,
такое плохое как бы служение, унизительное, унижают как бы него. Вот мне больше первое нравится пророческое или даятель, например. Всякий дар является совершенным. Всякий дар нужен. Да, гансакутребют сахури. И особенно служитель. Ромезат чеудзлия им сахуро садамиен. Который может служить людям. Из сахури шеидзлеба ситуит веркадагепс, да ситуит унариаракс, ро гадасцес каргат. И может быть даже служитель, он не может проповедовать, нет у него вот этой способности передавать словами что-то проповедовать. Маграм сахурис ничс акс имис унарин. Но дар служителя имеет способность, ро тависи сакмебит, мом сахуребит, анахоз гмерти сикварули адамьянебс. Показать своими делами, своим служением любовь Божью. Зокс аракс унари убрал тила паракос, да. Гмерти сихварул, сакмебит анахепс, михмаребит, гверзет гомит, хардачерит. Некоторые не имеют способности проповедовать, они не могут говорить просто, но кто-то имеет эту способность поддерживать, помогать людям, служить. Радкмаунда хуэлас шеудзлия, да хуэлаунда ихуэс мом сахуре сэровткуат. Конечно же, все должны быть служителями, все должны служить, все призваны к этому. Ариан гансакутребулат. Амничис мконни адамьянеби. Но есть люди, которые особенно имеют вот этот дар. Павле македонелебзе амбобда, ром ма дажинебит ктховесо, цминданта момсахуребашио, монацилеобис мигеба. И апостол Павел говорил о македонянах, что они усердно просили принять участие в служении святых. Эсхалхи ихуэцебода, чуэн гуинда мовем сахурот, Иерусалим мелхалхс. И эти люди просили, они говорили, мы хотим послужить людям в Иерусалиме. Мом сахуреба дамам цирэбели ярарис. Служение не унизительно. Эс дидебари, да эс гансакутребули динчия. И это слава, и это особенный дар. Ромелиц хуэла чуэн таган сунда шеэдзлос. Который должен суметь каждый из нас. Изи дария надамьянеби, ромлебиц амченеве нуб. Ай, შეიძლება ვიღაცას მიჰქონდეს сумкеби. Есть люди, которые замечают то, что другие, может быть, незаметно. Например, кто-то несет сумки с тяжелыми сумками. И будет стоять несколько человек. Маграм эрти амчинев, да уцеп гарбиз да ехмареба. Но один из них замечает это, бежит и начинает помогать. Ганасхойма вердаинахес. Не то, что другие не заметили. Маграм იმერც აქვს ეს ნიჭი ჩადებული მიცემული ღმერთისგან რომ ხელი გაუწოდოს არ შეუძლია მას უბრალოდ როცა ხედავ საჭიროებას არ მიიღოს მონაწილეობა но есть люди которые имеют этот дар которые видят нужду не могут не поучаствовать не могут не помочь არ შეიძლება თქვა ეს ჩემი ნიჭი არ არის სხვა სხვა არ წავართ მე მსახურებას იმსახურონ нельзя говорить что допустим вот это не мой дар я же не отниму как бы хлеба у другого. Ту хедавро, вигаца мисашвелебели, а унда миешвело. Если ты видишь, что кому-то нужно помочь, нужно помочь ему. Арда элодоро, а висац амис ничи, а ксимани им гаукетос. И не надо ждать, что вот, говорить, у кого есть этот дар, пусть тот придет и поможет. Сакмес мецхретави. Деяние 9 глава. Озда текусмети да нормоздаир там диамбопсасем. С 36 стиха по 41. Ия пошьерти моцапе дедакаци иго сахела табита. Рац таргмнит нишнавс курцикс. Иги саусе иго кетили сакмеби да моцхалебит, ромелсац гасцемда. Им дгеебши иго ром ават гахта да мокуда. Ганбанез да даасуенез зеда отахши, ия поши, лидиастан ахлоса. Амито моцапеебма шеитхвес петре акарисо да ори каци гаугзавнез атхонелат. Ну дааконеб чуентан мосулас. Адга петре да цавида, роца мивида зеда отахши аиқванез. Наха ик куриви дедакацеби ромлебит тироднен. Да ученебденен, мосас хамебс да самоселс, ромлесац курцики уксовда, санам матанико. Петрем, хвела гарит гамо истумура, мухли мои хара, илоца, ми утрия да цкедарс да утхра, табита, адек, калма, твали гаахила да петрем да инаха цамочда, хели гауцо да цамуакена, да удзаха, цминдебс да куривебс да цоцхали царуд гина игим. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна.
Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она за ним могла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек, просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами представили перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними». Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. И, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Угурет, и я пошьярис моцапекали. В Иопии живет женщина, ученица, Ромельсац Аксес Ничи, у которой есть этот дар, Родаехмаросхуэпс, чтобы помочь другим. Да мисси форма дахмаребисаи куасетис ксоуда мосасхамепс да самоселс. И ее форма помощи и служения была такова, что она шила или вязала одежду людям. Да висац учирда куривеби, уригебда куривепс рог. И также она служила вдовицам, она помогала, чтобы вдовицы себя хорошо чувствовали. Ромлевиц шейлеба гачиребаши цхоробдене даршед злотехида тис самосели. И возможно, эти вдовицы, они нуждались, не имели возможности купить себе одежду, она им служила. Да цармоидгене тескали гардаицуала. И представьте себе, эта женщина умерла. Маграм имдена дзуирпаси иху эсничи. Но этот дар был настолько дорог. Рохалхма гагзавнес гаигес петере гвердзе калакшия тусопельши. Люди узнали, что Петр находится близко от этого города. Они даже не объяснили причину, они просто сказали: быстро приходи к нам. И когда он пришел, они подняли его в верхнюю комнату. В Израиле точно так же, как в Грузии, живут всю жизнь на первом этаже, когда человек умирает, поднимают его на второй этаж. И гацхобилия холме. Там уже подготовлено как будто все. Айхуанес да хедавс, ро калиасуэниям. И подняли его, и он видит, что женщина мертвая лежит. Да угоре тириан, курьеви да анахебденен. Ай рагагвикета, ай раскчукнида, ай рогорем сахуребода, ти теулчуэнтаганс. И эти вдовицы плакали, и они показывали Петру все одежды, которые она шила. Они говорили: смотри, что она для нас сделала. И знаешь, нам нужна эта женщина здесь. Я далек от того, что человек своими делами заслуживает что-то. Маграм, эскали зуста тависим сахуребис, тависи сакмебис гамо. Иго дабурнебули укан. Но эта женщина, благодаря из-за своих дел, благодаря своей доброте, тому, что она делала, была... вернулась обратно. Им денат сачиро ихо, эс ничи япоши. Настолько этот дар был важен и нужен в Иопии. Гмертма уканда бруна эскали. Бог назад вернул эту женщину. Эс арари хелзе цаму сакрави ничи. Знаешь, это не такой пустой или простой дар. Эс ихо кали ромелиц гмерти сикварулс тависи сакмеби танахебда сва адамьянебс. Это была женщина, которая свою Божью любовь показывала своими делами. Первый Коринтельта, так сумеет идхутметь, что Павле моцикули амбовц. Ткэнитси то Степане сахле улоба, ромелиц, первый накопия уахаист. Дам тели тависи сахлит. Цминданебис мом сахуребас миудзгунаво тави. И 1 Коринфянам 16 глава 15 стих говорит: «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, что они посвятили себя на служение святым, всем своим домом, можно сказать». Тели тависи сахлеул тем сахуребода, да Паулиан бус. Твенитси туасати адамьяни. И он всем своим домом, они всем своим домом служили Господу. И апостол Павел говорит: вы знаете таких людей. Асетепс пативиеци то. И вот таких почитайте. Да, пасет асети, имитором тели сахли. Ам ничит мокмедепс. Цените таких людей, потому что весь дом их служит вот этим даром. Лукас мяте тавши 32-дан 42-ам де цэрия Марта да Мариямис шесахэб. В Луке 10 главе с 38 стиха по 42 там идет, там говорится о Марфе и Марии. Ро Марта самзареулоши сачмелеп самзадепс да Мариями усменс. Что Марфа, она что-то готовила на кухне, а Мария сидела и слушала Христа. Да, Иисус ситхуэби ром Мариям аукетеси аирчия, аукетеси цили, зоги пикропс ро
მომსახურეობა ეს წამოსარტყმელი რაღაც ის არის Сакме, и унда иджде да усмино марто Иисус. И из-за слов Христа, которые он сказал, что Мария, она большую часть выбрала, более важную часть. Из-за этого люди начали думать, что вот это служение, оно не так важно, такое мизерное. И Марта ру арқопилиго, Иисус да 12 моцафе раз шечамда, када геби шемдег унахавдит. Не будь Марфы, посмотрели бы, чтобы покушали после проповеди Иисус и его 12 учеников. Иесом Мартас мсахуреба ки ар даамцира. Он не то чтобы унизил служение Марфы. Мартас мидгома ар моицона. Он ему не понравился подход Марфы. Мариам смицемули конда ис руэсмина. И Марии дано было то, чтобы она сидела и слушала. Маграм Мартас нервеби ешлебода. Мияку мушаупо, сачмелепс вакетеп. Чеми даки да игзиз. Утхарио упал момехмарос розис а да шено беврамезе пикроб да зрунаво беврагацазе хар шецухებული эс иqu арасори у Марфы нервишки пошаливали потому что она видела что она тут сидит заботится готовит а её сестра Мария сидит и слушает и она сказала Иисус скажи чтобы она стала, пришла, помогла, я тут мучаюсь, это делаю. Но просто Иисусу не понравился ее подход к этому, ее отношение. Иногда мы думаем, почему только я делаю, а вот он не делает. То, что ты делаешь, делай для Бога. А потом, что и он тоже подсядет за стол. Зокс проблема в Оксе, извинь, Иисус усменс, Иисусу Чамс. У нас есть проблема, что тот, кто слушает Иисуса, тоже садится и кушает. Эсарис судиторем араисром сахуров. Вот это есть, вот это плохо, а не то, что ты служишь. Колоссельта сами созда сами озда отхиамбовс. Колоссянам 3 глава 23. Хвела персраса сакетет, гакетет. Русульшим суамбов, момцон сметки, от души. Колоссянам написано в 3 главе 23-24. Рогорц гмертиствуис да ара рогорц кацистуис. Все, что делаете, делайте от души, как для Бога, а не человека. И цодет ром, мем куидреобас, мигеб туплизган, сазгаурат, винаидан, упал Христес вем сахуребит. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу. Роцараме сакетеп. Когда вы что-то делаете, Дамам цирибели арцертим сахуре барарис. Ни одно из служений не является унизительным. Хвела сакме расацакетеп. Все дела, которые вы делаете. Гаакете рогорц уфлисатвис. Делай как для Господа. Да дарцмунебули иqavio Павле моцикули амбобс. И апостол Павел говорит: будь уверен. Ицоде. Знай, ром ту шени дамокидебулеба асетия, ро уфлисвис акетеп. Если твое отношение такое, что ты делаешь для Господа, небисмиер сакмес. Любое дело. Сам сахуршиацки. Даже на работе. Дарцмунебули иqavio ро упалсем сахуребу. Будь уверен в том, упалсем сахуреби. Будь уверен в том, что ты служишь Господу. Да амизгамо упали. Мемкуидреобас мокцемсо. И из-за этого Бог воздаст тебе, да? Сазгаурат. Ану воздаянием. Хелпаси уплисган гекнебо. И у тебя зарплата будет от Господа. Сазгау аназгауреба. Воздаяние или вознаграждение будет от Господа. Ту рогорц кацистуис акетеп. Если же ты делаешь как для человека. Каци да унахавиари. Знаешь, человек он иногда не замечает. Кацма шейлеба дагаклос. Человек может обделить тебя. Ардаги пасос. Или недооценить. Аргадаги хадос. Не доплатить, Маграм, не заплатить вообще. Ту гмертистуис акетеп. Но если ты делаешь для Бога. Рогорц уфлисатвис. Как для Господа. Джерерти арга ганацкендеби вин схвебзе. Первое, ты не обидишься на других. Арганацкендеби вистанацта визец мушаоб. Не обидишься, не обидишься на того, у кого ты работаешь или кому служишь. Мердлобац ар митхрао. Даже не поблагодарил. Ту мизганелодеби мадлобас. Если ты от него ожидаешь благодарности. Ганацкендеби.
Обидишься. Маграм гакете, рогор цуплисатвис. Но делай как для Господа. Да, и цодером аназгауребас. Знай, что и воздаяние. Мадлобитас. И благодарность. Да, аназгауребас, материалуратас. И со стороны благодарения, и также и материального вознаграждения. Мире, поимитором. Упал Христес эмсахуре. Получишь от Господа, потому что ты служишь Господу Иисусу Христу. Эсарарис марто иматвис моцодеба висацес ничияксм сахурис. Знаешь, это не только для тех людей, у кого есть этот дар, призвание. Иесу ассаулидасе висац ундаро диди икосо. Иисус учил, если кто-то хочет быть большим из вас, исикосо квеласм сахури. Да будет он слугой всем. Ану мсахуреба, мом сахуреба, эс хвелас валия. Служить это есть долг каждого. Росхвепс муем сахурос. Чтобы он служил другим людям. Квекнеребазе гагигиатор батонобено адамьянебзе. Вы в мире слышали, что люди господствуют, великие. Маграм сасупевельши асиарари укугма квелапер. Но в Царстве Божьем не так, там наоборот. Упросор, укугмам квеканазия икари квелапер. То есть, извиняюсь, наоборот, в этом мире, а там все как надо. Висацунда диди икосон. Кто хочет быть большим, муэм сахурос. Тогда пусть служит. Роца эм сахуре висхуэвс. Когда ты другим служишь, эс дапасебулия гмертизган. Это всегда ценно в глазах Божьих. Галателта хути самечи Павле Моцикули амбобс. Змебо тависуфлебистуис харт моцодебулни. Галатам 5:13 апостол Павел говорит, что в свободе вы призваны. Шейлем ме тависуфлебистуис вар моцоде тависуфали вар аравис валиара макс араперши. И человек может сказать, я к свободе призван, я никому не должен. Маграм цертили ярдасо Павлем. Но здесь апостол Павел не поставил точку. Зиме его. Запятая. Огонто. Только. Эс тависуфлеба аргахде сабаби хорци саамеблат. Арамет сикварулит, эмсахурет эртманет. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Тависупалихар. Ты свободен. Маграм хорци саме блатарауро. Мечеми комфорти мовицке, да, аравинар ма интересепс. Но не к угождению плоти, что вот я создал свой комфорт, и другие меня не интересуют. Сикварулит эмсахурет эртманет. Но любовью служите друг другу. Эмсахурес хоебс. Служи другим. Гаксес ничи туара гакс. Есть у тебя этот дар или нету его? Маграм гансакутребули ничи висацак сахурис. Но у кого есть этот особенный дар служителя? Шенсаджирохар. Ты также нужен. Администрация шиц. В администрации. Саоджаходжикупепшиц. В домашних группах. Гамуавлине шени тави да им сахуре. Прояви себя и просто служи. Шем деги ничим. Следующий дар. Эсико масавлебелин. Это учитель. Ту масавлебели я усавлебит. Мешуде мухли, хо? Седьмой стих. Если учитель, то учи. Масавлебели асавлис. Учитель учит. Маграм сана масавлидес. Но до того, как он, прежде чем он будет учить, манам не титон да истаулос. Он сам должен учиться. Амитом арис дакенебулис хутим сахуребидан упро диди амничи масавлебели ромелиц асавлис. Поэтому среди этих пяти служений больше всех поставили учитель, чтобы он учил. Да, роца икиздеба масавлебели из гадмуам сахуребаш. И когда там уже взращивают учителя, он переходит в это служение. Масавлеблеби сачируарис, ром адамьянебс аухснан, тундац тавианти ничи. Учителя нужны для того, чтобы хоть человеку объяснить его дар. Висацес ничи аукс, из хвелацурилман сацкиедзепс, рупасухеби миигос. У кого есть этот дар, он даже мелочи ищет. Схва цаикит хаус, библия да сулара интересепс, эгла каенма винмо икуана цолат. Знаешь, кто-то может просто прочитать Библию, и его вообще не будет интересовать, Каин в кого, кого привел в жены. Маграм, висацес ничиакс, эдзепс, винихо из кали, нета, саинтересуа, Каин и соли рогахда. Но как тот, который в этом служении, он ищет, он смотрит, кто же был его женою? Эсет ядамьянев бевский тхуловен. Библия сас, да, литература сас, сулиерс. Вот такие люди, они много читают Библию и духовную литературу. Эдзебен пасухепс. Они ищут ответы.
чтобы все разложить. Мати курадгеба хшират марто савлебазе гадасули Иисус пехептан ждома да ис меоре сакме савлара интереса. И вот ихнее внимание полностью переключено на того, чтобы сидеть у ног Иисуса и слушать его, а вот все остальное их не беспокоит. Ис пекропс. Кауш свой моим сахуром ме вервомчне. Ме моцодебули вар имис сахши вижде да цигнеби викитхо. И они говорят: "Ну, дай пусть другие служат, делают что-то, а я призван к тому, чтобы сидеть дома и читать книги". Да эсничи эклесияши калепсацавт. И этот дар в церкви имеют и женщины. Религия кардзалов зогджер калис маставлевлобас. Религия порой запрещает этот дар и женщинам учить вообще. Павле моцикули ситроби могавт холмем. И порой они приводят в пример слова апостола Павла. Первое Тимоте зори стерфмети торметидан. 1 Тимофея 2 глава 11 и 12 стихи. Дедакаци унда стаулобдес думаребаши ყოველგვარი მორჩილებით. Дедакац არ ვაძლევს სწავლებას, ან კაცზე ბატონობის ნებას, არამედ იყოს მდუმარეთ. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ра ламазацай гитхеш. Ничего к сети. Кали вици кухнашио. Эсе какедан гамодис алфа. Тут кухнаши, кац, кухнаши. Думарет иqos. Ар вадзлев савлебис небас. Безмолви не позволяй учить. Да кмарзе батонобасо. И господствовать над мужем. Павлия Карла Паракопс эклесис структурас. Здесь апостол Павел не говорит о структуре церкви. Павле оставлида оджахши уртьертобас. Здесь Павел учит о взаимоотношениях в семье. Кали чумати косахи. Женщина, да, будет в безмолвии, в доме. Азиара, убралот, аргабургосо кмарин. Пусть просто не сверлит мужа. Да, арибатоно смазе. И не господствует над ним. Имитроп, ти тесерильши меуретави с первелидам хутамдем. Асе церия, шени сила параке, рац саг моцгуребас шеперис. Рата берикацеби икнен, пхизельни, гирсеули, азриани, сагини, сарцмунуебаши, сихуарулши, мотминебаши, асе вехниери калебиц, кцевид гирсеули, арацили самебельни, арагуинис монани, арамет сикетис моцгуарни, рата ассаулон, мацвил калебс, Кмрис да шуилебис сихуарули, гониереба, сисуптаве, оджахсе зрунва, сикете, кмрис морчилеба, рата ари гмободез гмерти ситква. Послание к Титу, 2 глава, с 1 по 5 стих. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Этот перевод старцы и старицы. Аруна Цармуигина, Тетрицу Эревиан, Вига, Зиз, да, Астаули, Сахалгаздеп, да, Бебия, Хниери Кали, Зогерти, Сазроне Баши. Тавса парцакрули, злис родадис. Ама зиярари лапараки. Значит, вы не должны себе представлять такого дядьку этот, с белой бородой, который сидит, учит, и старцы, и старицы еле, которые передвигаются. Нет, акцерия ухуцеснида, а себе ухуцеси калеби. Здесь написано старцы и старицы, как бы старейшины. А ну, истинный винц, моципули христиане биариан, калиц да кациц. Те, которые являются зрелыми христианами, как женщины, так и мужчины. Радкма унда, эс чудмей турамейцели себзияр лапаракопс. Конечно же, здесь и не говорится о 17 или 18-летних. Ромлема цховреби тацициан беврираме. Тут говорится о тех, которые и своей жизнью научились чему-то, они знают, что там. Лапаракопс, ту Павле цинаагмдеги иqo საერთოდ ქალის სწავლების და ჩუმად იყოსო. Если апостол Павел был против того, чтобы женщина учила, машин არ დაწერდა სიკეთის მოძღვრები იყვნენ და ასწავლონ ახალგაზრდა ქალებს. Тогда он не сказал бы, чтобы они были учителями добра или учили молодых. Да, ისაც კი დღეს ვიღაცას რო
რამე შენიშვნას მისცემენ ხოლმე, ჩაცმაზეაც კი ბრაზდებიან, მაგრამ ეს ბიბლიური არის. ჩაცმაც ასწავლონო, დახურვაც და ცოცხისაღებაც. И если даже сегодня раздражаются, когда кто-то им делает, допустим, указывает на то, что они не сделают, не так, это библейское, потому что они должны были следить и говорить, если человек был не так одет, соответственно. И также швелись до крыси горулицу. И любовь к родителям, к мужу и к детям, и также умели метку брать в руки. Это тоже не проблема. ადამიანიდან მოქმედებს. Это дар действует через каждого человека. Да უნდა მოქმედებდეს. И он должен действовать. კოლოსელთა 3:16 წერია, უხვად დამკვიდრდეს უფლის სიტყვა თქვენში, სრული სიბრძნით. ასწავლეთ და შეაგონეთ ერთმანეთს, ფსალმუნებით, გალობით, სულიერი საგალობლებით. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Кали икнеба ту каци. Будет это женщина или мужчина. Ухва дамкуйдердес ткуенши. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Гмерти ситква. Слово Божие. Ро ам ситквит хилапарако. Чтобы вы говорили вот этим словом. Кидем вам арис масалоблис ничим. Я еще раз говорю, есть дар учителя. Маграм арис эс моцодеба небисмиери чвентаганиствис. Но это призвание также касается каждого из нас. Мате 28 წერია, წადით და მოიმოწაფეთ ყველა ხალხი, ეს ყველას ეკუთვნის. Матфея 28:20 написано: идите и делайте всех учениками, и это касается всех. ყველას უნდა შეეძლოს სწავლების გადაცემა. Все должны уметь передавать это учение. Рагац асწავლოს სხვას. Чему-то учить другого. Дидия ту патара. Он взрослый или нет, или Маграм молодой. Магра ари განსაკუთრებული ნიჭი მასწავლებლისა. Но также есть особенный дар учителя. Რომელიც საკვირაო სკოლაში წირდებათ ბავშვებს. Который нужен также и в воскресной школе детям. თქვენში არის ვიღაცა იქნებ ვისაც აქვს მოწოდება რომ санам шоблеби аказиан чавидес кемо да саквирао школаше миакциос квира гамошвебит майнц возможно среди вас есть человек у которого есть дар что пока родители сидят здесь может быть через неделю спускаться и просто служить детям шейсаулот бавштан уртиертоба просто учиться общаться с детьми момовал чтаобаши чадот рагаца карги да гадасет да асаулот что-то вложить в будущее поколение учить чему-то хорошему сакуирао сколаше су 4 масаулебелия в воскресной школе всего 4 учителя да шемцулелиц ки яр арис შეიძლება итквас и нет замены им чтобы кто-то заменил их вигацас гаактес ничи у кого-то из вас возможно есть этот дар бавшептан имушаво чтобы вы работаете с детьми ше медидептан мирчевния ну ты думаешь может тебе со взрослыми ты призван бавшебиден дайцги моди начни с детей газарде шени ничи возрасти твой дар. Небесмери ничи изрдеба мокмедебисас. И любой дар он взращивается, растёт во время действия. Ай, бавшебта ро шехвал, машин михвдеби ро гмертис дахмареба кчирдеба да этқи гмерто. Ай хла момеци сулицмидис ничеби. Вот когда ты зайдёшь к детям, вот тогда ты поймёшь, что тебе нужна помощь Духа Святого, и тогда попроси Духа Святого, чтобы он тебе помог. Сулис гамовлинебас машинисцавли. Вот тогда ты научишься проявлению духа. Сасик этот торе рискуй сули мет чем излия гамовлину. Во благо, конечно, а то дух ярости. А, дам торе, дам торе. Я тоже могу проявить как бы. Масталебелис ничис мконе адамьянеби ყველაზე მეტად მიდრეკილები არიან კამათისათვის. Каматискен. Те, у кого есть дар вот этого учителя, они больше как бы склонны к спорам. Садац дайнахавро, любопрением. Дайнахавро ари эс ничеви ан джерацдис ро чаебас мере. Ан чагдепс исет сакитхс ро мере икаматос. И где ты увидишь вот такой спор, да, любопрение такие, это значит, что вот люди вот с этим даром, они обязательно там крутятся. Или же этот человек, он закинет такой вопрос, или ожидает, или закинет вопрос, чтобы начали говорить, и тогда он потом... Вот о таких писал апостол Павел. 1 Тимотес 6:3-4. Винц хуанайра тасцавлис да армикоеба, чвени уплис, Иесу Христос, джансах ситкоебс.
და ღვთის მოსაობის სწავლებას, ის ამპარტავანია და არაფერი იცის, მხოლოდ კამათის და პაექრობის ენი სჭირს, საიდანაც წარმოიშობა შური, დავა, გმობა და ბოროტი ეჭვები. 1 Тимофея 6 глава с 3 стиха, 3 и 4 стихи. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злодеяния, лукавые подозрения. Винцхарт масалевлеби, сачируеби харт. И те, кто являетесь учителями, вы очень нужны. Сауджаху джгуфис лидеребатац. И даже лидерами в домашних группах. Амитом гамоиқенет ткуни ничим. Поэтому используйте свой дар. Ара каматисатвис. Не для любопрения или споров. Ара медадамианеби шесагонеблат. Но для того, чтобы ободрять людей. Эзет масалебели шейзлеба арганвитардес. Может быть, учитель не будет развиваться. Павле унебода моцафеებს. Павел говорил ученикам: Дроис михедвито ткен уже наставлебле비 운다 იყოთ ეს ნიჭი ქონდათ. По времени вы уже должны быть учителями, потому что у вас был этот дар. Маграм ჯერისევო ქრისტე საწყისები გჭირდებათო, იმიტომ რომ ამდენი ხნის მანძილზე არ განავითარეთ თქვენი ნიჭი. Но вы вам ещё нужны начатки учения Христова. Вы до сих пор не развили себя, хотя у вас было время. ჯერ ძეგ ჭირდებათო ისევ. И вам всё ещё нужно молоко. И შეიძლება წლები გავიდეს და არ განვითარდეს ნიჭი. И возможно пройдут годы и дар не будет развиваться. Амитом გამოიყენე შენი ნიჭი. Поэтому используй свой дар. Эмсахури ადამიანებს იმ ნიჭით რაც გაგაჩნია. Служи людям тем даром, который дан тебе. Шемдеги ნიჭი ეს შემგონებელი არის. Следующий дар это увещеватель. Шемგონებელი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაინახოს რა ნიჭი გაქვს და სად უნდა იდგენ. И этот дар он может увидеть в тебе дар, который у тебя есть, и также место, где ты должен стоять. Шемგონებელი ნიჭის ადამიანები. И люди с этим даром увещевания схвепс эсаубребиан. Они общаются и разговаривают с другими да людьми. Да асеигебен мацсулиер мдгомареобас. И вот таким образом они распознают их духовное состояние. Есть арис вигаца, висат შეუძლია идгес да мравал састаулос. Есть люди, которые могут стоять и учить и проповедовать многим. Маграм шемгонебелс შეიძლება сулар шеэдзлос сценидан лапараки. Но увещеватель может вообще не стоять на сцене. Маграм из злиерия эртьердзе საუბარში. Но он силён в разговоре один на один. როცა უბრალოდ შეუძლია დაждდეს და გესაუბროს. Когда он может просто сесть с тобой и говорить. Арიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება გეუბნებიან, აი შე რომ მიხსნი, ესე კარგად ვიგებ ყველაფერს. И есть люди, когда говорят этому человеку, что когда ты мне объясняешь, я так всё хорошо понимаю. ეს ნიშნავს, რომ შენ გაქვს ეს ნიჭი. Это означает, что у тебя есть этот дар. Is it ამ ნიჭის მქონი ადამიანები? Карги консультантები არიან. И вот люди, которые имеют этот дар, они хорошие консультанты. Мат შეუძლიათ консультация гауцион ადამიანებს სხვადასხვა საკითხებზე. Они могут консультировать людей в разных вопросах. Асети იყო ბარნაბა. Вот таким был Варнава. Шемგონებელი, რომელსაც შეეძლო ნუგეში მიეცა, ბიძგი მიეცა ადამიანებისთვის. Увещеватель, который мог утешить человека, который мог дать им толчок. Амито дарквес мас Барнаба, ну нугешис ძე იყო ის. И поэтому его назвали Варнава, что означает сын утешения. Угорет сакме моцикулда 14:21-22 რას ამბობს? Деяния апостолов 14 глава 21 и 22 стихи. Сахареба укадагес им калакс мравали да им моцафес да исев Листраში, Икониасе და Антиохияში დაბრუნდნენ. ამხნევებდნენ და შეაგონებდნენ მოწაფეებს რომ მტკიცედ მდგარიყვნენ რწმენაში ეუბნებოდნენ მრავალი ჭირის მეშვეობით და შევიდეთ ღმერთის სასწაულებელში. Припадав Евангелие сему городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Сахареба укадагес. Они проповедовали Евангелие. Сахареба имитуари, сахареба ро сасихарулу амбавия. И Евангелие ли благая весть, потому и благая весть, потому что она благая. Угорет. Эси арико ро ჯერ реклама гаукета да мере эхла თქვენ საქმე ცუდად არის. И это не так, что он рекламу сделал, а потом сказал: "Ваши дела плохи". Ро даимоцафа, წარმოიდგინე, ცოტა ხნის უკან მოინანიეს ამ სამ ქალაქში.
И представьте себе, за короткое время люди были спасены в этих трех городах. Да, я не знаю, я хлопаю бичев, обаткуеницит, мравали чирим. И потом он говорит, а теперь, ребята, ну, что поделать, будьте готовы, потому что много скорбей вас ожидает. Знаешь, человеку, который обрадовался, знаешь, чтобы не облечь его скорбью, чтобы человек не пожалел, что же это со мной приключилось. А ну, момовал гамоцовебзер, элапаракебода, Барнабада, и сетнаират, элапаракаро, халхи нугеши сэмулиго. И Варнава так говорил с людьми об этом вопросе, что люди были утешены наоборот. Мравали чирио, хом. Многими скорбями. Мравали чирис мешовбит, мравали чирис гадата намогицеют. Многими скорбями надлежит войти. Ай рогорунда элапарако. Адамиан, сром, нугеш цемули дарчес. Как ты должен говорить с людьми на эту тему, чтобы они остались утешенными? Ай нугеш цемель шеудзлия. Вот утешитель, увещеватель может сделать. Шем гонебель шеудзлия, исейла паракос, адамиан, сром, айс гамоцовеби, айс проблемеби, рац модис мис цховребаши, гамхневебули шехудес, сром, аджобос, да гадалахос хвилапи. И увещеватель может так говорить с человеком, чтобы вот те проблемы, те скорби, которые должны прийти в его жизнь, чтобы он смог бы одолеть этих и быть победителем. Но мы все должны уметь так делать. Евреям 10:25 написано, что не оставляйте вашего собрания. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение к всего. Аллилуйя. Эбраэль-то сами самети. Евреям 3:13. Арамет, шия гонебде тертманет, овел дре, видре ицкмис дресо, рата ромелимет куэнгалс, гули аргаукуавдес. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Дар увещевания не обязателен, чтобы кого-то увещевать или утешать, или ободрять. Но и ты должен уметь делать это. Мы все каждодневно Facebook посты икнева, то SMS икнева, то пиратши икнева. SMS будет или это пост будет в Facebook, или личная переписка. Шия гоне твертманец. Увещевайте друг друга. Дресо. Ныне. Но итре хвале. Не говори завтра. Дрейден да итре. Начни с сегодняшнего дня. Шия гоне. Увещевай. Висат шегидзлия там из гакетеба. Кто может делать это? Саудяхуэпши арист хуэни адгилиру адамьяне бигаизардон. Есть место для вас в домашних группах, чтобы люди поднимались. Ром адамьяне би ромлебиц эбрдзуян, цодуас, проблемас, дауджде да эсаубро, консультейреба гаукетво. Чтобы люди, которые борются с грехом или с проблемами, чтобы ты мог сесть с ними и поговорить. Ан валепс эбрдзуис да шегидзлия амсакет хшиац. Или кто-то сражается с долгами, ты можешь также сесть и говорить об этом вопросе с ними. Следующий дар – это даятель. Кто-то скажет, вот это по мне. Гамчукебели верикнеба джерту шемгровебели яргахда. Даятелем не будет человек, если не будет пока собирателем. Изит ари Христес хеульши гамчукебели сничи. Есть в теле Христовом дар даятеля. Эсари ничи ромельсац это дар, если говорить нынешним языком, это бизнесмен. Этот дар может собрать финансы. Мартва, гамравлеба. Управлять ими, умножать их. Потому что если у него ничего нет, как он будет давать? Гамчукеблис ничи ари ткуэнши вигацаши. Дар даятеля есть среди вас также. Изит гмерти небисмир адгилас, роца халхи инаниев, сар пикроб. Сайдан моуку ануамат, пульяникаци.
Знаешь, Бог не думает, когда люди спасаются где-то, он не думает, откуда я им сейчас бизнесмена приведу. Те, кто каются, у всех у них есть определенный дар. И у кого-то есть этот дар даятеля. Проблема исарис, ро, хуэла ничин сганит ховен, ром экклесия сэм сахурос. И проблема в том, чтобы от каждого дара требуют, чтобы он служил церкви. Да, и циан холме, адамьяне мару, эс ничи, экклесиистуи сам сахуре блатарис. И люди знают, что это дар для служения в церкви. Да, вигаца сроса гаму ачндеба холме, ничи гам чукеблиса. И у кого-то, если появляется вот этот дар даятеля, бизнес из кетебиса, пулис шедзениса, ну, таумохриса. Или дар для того, чтобы, как бы, грубо говоря, делать деньги, собирать их, давать. Тогда этот дар он забывает о теле. Потому что все дары, они для тела. Чтобы тело Христово действовало совершенно. Да, роца ицхебен мохвечас ту шегровебас, гачукебас кельцхебен пикробен, эс чемия, мевишове. И когда эти люди они начинают добывать, получать вот эти деньги, зарабатывать эти деньги, они уже забывают тело Христово, и они говорят, это мое, это я своим умом приобрел все это, своими силами. Но это дар для того, чтобы этим даром служить Богу. Чтобы то, что ты можешь собирать, чтобы это служило церкви, чтобы те нужды, которые есть в церкви, они были обеспечены. Чтобы, если есть кто-то нуждающийся, чтобы ты смог помочь ему. Облегчить жизнь другому. Корнилий. И он также был услышан за свое добро. Но этот дар он может собирать. И также про Корнилия сказано, что он столько добра делал, столько добрых дел, он даже нам синагогу построил. Этот дар был готов построить здание церкви. Он не жертвовал, как все остальные. И это была его инициатива, и в основном это были его финансы. Лидия, также которая была бизнес-леди. Да, бизнес тем сахуре бода. И она бизнесом служила людям. Масавлебли шемдег. После учителя. Моди, упросте гада уйдет. Бизнесмен я гаргуинда. Давайте перейдем на... Арис шемдеги ничи упроси. Есть следующий дар. Начальник, лидер. Упрособа арари вигацистуис... Знаешь, никому не дано, допустим, что вот он должен был быть начальствующим. Упроси эсарис, висат шеудзлия, гавлена муахдинос адамьянебзе. Начальствующий – это тот, кто может оказать влияние на человека, на людей. Эсарис, висат шеудзлия, организеба гаакетос адамьянебиса. Кто может организовать людей, упорядочить их. Да, гмертизган мицемул мизнамде миигванос. И довести этих людей до поставленной цели. Эс ничи танамедровена за шейлеба иткуасарис администратори, менеджери. И на современном языке это администратор, менеджер. Ромелиц гмертизган аукс мицемули адамианс. Который дано это ему от Бога. Вигацас аукс эс ничи ткэнширом
мобилизеба гаукето сакмес адамианебс. И среди вас есть люди, у которых есть этот дар, чтобы мобилизовать людей. Амничи садамиани хедавс вин разгакетевс вин рашида ехмареба висра мовалеуба екнеба из хедавс сурац. И такого рода человек, он видит картину, он видит людей, кто понадобится, где кто должен стоять, в чем помогать. Да машеузля утхрас тунда цадме цасула игос. И он может сказать, если даже это нужно будет куда-то ехать. Шенамазгакетев шенамаз самоигев шенес 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 ანუ ყველა საქმე განაწილებულია ყველამ თავის საქმეთის და აკეთებენ. И такие люди, они говорят, вот ты это сделаешь, и они распределяют эти дела и эти самым. Вигацас თქვენ შორის აქვს ეს ნიჭი. И у кого-то среди вас есть этот дар, რომელსაც შეუძლია ადმინისტრაციაში მიიღოს მონაწილეობა. Который может принять участие в администрации. Да საოჯახო ჯგუფებში გამოავლინოს თავისი ეს ნიჭი და ტალანტი. И также в домашних группах проявить свой талант, свой дар. Რომელთა მე-16 თავში წერია პავლე მოციქულის გუნდი. И послание к римлянам 16 главе написано команда апостола Павла. Винс масқауда შემოკრებილი და ვისთანაც ერთად მსახურობდა და მიზნებს აღწევდა. Те, которые были собраны вокруг него, которые с ним служили, помогали ему. Администратор შეუძლია ხალხის შემოკრება თავის გარშემო. И администратор может собрать людей вокруг себя. Მასშტაბლებლების შემდეგ ყველაზე მეტად ფართო ხედვა მათ აქვთ. И после учителей самое такое обширное видение есть у них именно. Ровинсад უნდა იყოს, ვის რა უნდა შეეძლოს რომ გააკეთოს. Где кто должен стоять, что делать? Упросим. Შეიძლება ითქვას როცა პავლე წერდა ტიმოთეს ეპისკოპოსი უნდა იყოსო უმციკლო როგორც ღმერთის სახმართველი არა თვითნება არა გულფიცხი არა ლოტი და ასეთი ჩამონაწერი არის. Когда апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, что епископ должен быть чистый. Карги, ну შეწუხდები. Епископоси სიტყვა епископ слово означает империоч метвалқурес нишнавда. Он это означало как бы руководитель или надзиратель. Не хотел я пустить. Ану наблюдатель. Винс твалқурс адевнебс. Кто наблюдает? Ану შეიძლება ითქვას ადმინისტრაციაც თუ ადმინისტრატორის ნიჭიც აი ეს მენეჯერის ნიჭიც ეს არის რომ განაწილოს ყველაფერი და თვალყური ადევნოს რა როგორ მუშაობს. И вот этот дар как раз того администратора или менеджера в том, что распределить полномочия, обязанности и потом наблюдать за всем этим, как это работает. Ეს არნიშნავს მე უფროსი ვარ, ვზი ვარ და უყურებ რას აკეთებთ. Это не означает, что вот я тут главный или начальствующий, я вот сижу и наблюдаю, смотрю, что как делается. Гавихсенოთ ეს სიტყვა. Давайте вспомним слова Иисуса. Кверниребазео упросови батоновен. В мире господствуют главные. Маграм кен шори сасе ну икнеба. Но среди вас да не будет так. Висац ундао диди иqos. Кто хочет быть большим из вас? Да висац сурсором и упросос. И кто желает начальствовать? Иqos qelas sakhuri da qelas mona. Да будет всем слугой и служителем. Ану администратори титонац акетებს, менеджери титонац монацилия да ара убрал ზის და თვალყურს ადევნებს. Администратор и менеджер, они также сами участвуют, что-то делают, они просто сидят и наблюдают. Გამოიყენეს ნიჭი. Используй этот дар. Да, боло ნიჭი. И последний дар. Ეს არის ქველმოქმედი. Это благотворитель. ქველმოქმედი ჩვენს აზროვნებაში მოწყალებასთან არის ассоциируемый. Благотворение, можно сказать, ассоциируется с милосердием у нас. Гуманитарной организацией. С гуманитарной организацией. Гуманитарной даригебасан. С раздачей гуманитарной помощи. Маграм квелмокмедеба арарис материалурис даригеба марто. Но благотворение это не просто раздаяние какой-то материальной помощи. Эсарис адамиани ромелиц ари мгрдзнобиарен. Это человек, который чувствителен. Мас бევრი აქვს თვითონ გადატანილი. Он сам многое пережил. Да შეუძლია სხვას უთანაგრძნოს. И он может сострадать другим людям. Мохарултан ихарос да момтиралтан итирос. С радующимися радоваться, со скорбящими скорбеть. Квелмокмеди адамიანი ნიშნავს რომ მას აქვს
მოწალე გული რომ ადამიანს დაეხმაროს თავის პრობლემაში. У такого человека милосердное, милостивое, милосердное сердце, и он может сострадать и помогать другим людям. ესეთი ადამიანი არ ჩაუვლის გვერდს არავის. И такой человек не пройдёт мимо. Из დაეხმარება. Он поможет обязательно. Гахсот Лукас მეათე თავში არის კეთილ სამარიტელზე იგავინ. Вы помните, в Евангелии от Луки 10 главе есть самаритянине 28 стиха по 37 стих. Роца თავის გამართლება უნდა და ვერ დაუძღრა ვინ არის ჩემი მოყვასინ. Когда кто-то хотел оправдать себя и задал вопрос: "Кто ближний мне?" Да, Иисусом დაიწყო მოყოლა. Иисус начал рассказывать. Როგორ გაძარცვეს ერთი კაცი? Как ограбили одного человека. Семез და სისხლიანი დააგდეს. Избили его и окровавленным бросили. Чамоиара მღდელმა ყურადღება არ მიაქცია. Прошёл священник, не обратил внимания. Чамоиара მეორე ლიდერმა, ლევიტელმა. И прошёл левит. Да ყურადღება არ მიაქცია. И тоже не обратил внимания. Да, моди самариელი. И проходит самарянин. Ромельмат დაინახა და გვერდი ვერ აუქცია. Который проходил мимо, но не прошёл мимо. Мивида мобана ჭრილობები. И он взял его, обмыл его, омыл его раны. Гадаухуя шесва сахедарзе. Посадил его на осла, перевязал раны ему. Цаиқуана самкурналот. И повёл его на лечение. Меоре изгаме мастан гаатара, меоре დღეს აიღო 2 დინარი ფული დატოვა კიდეთ. Ту райме харჯები იქნებაო. Ам кас михедет. Этот вечер он был с ним, и напоследок он оставил 2 динария и сказал: "Если что нужно этому человеку". Иесом зустат квелмокмедис гамовлинеба анаха. И Иисус как раз-то показал проявление вот этого человека, который является благотворителем. Эс арари марто сачмлис мицема. Это не только просто дать пищу. Эс арис утанагрзно мас винц цакцеулия гверзе даудге гамхнево цамоцио это сострадать тому кто упал поднять его ободрить его павлем моцикули амбобда шеимосето როგორც ღმერთის რჩეულებმა და წმინდებმაო და საყვარელმა შვილებმა მოწყალებით апостол павел говорит как возлюбленные дети божьи облекитесь в милосердие ყველა ჩვენთაგანი უნდა ვიყოთ ასეთი. И все каждый из нас должен быть таким. ყველას უნდა შეგვეძლოს გამხნევება სხვისი. Каждый из нас должен уметь ободрить другого. ფეხზე წამოყენება. Помочь подняться. მაგრამ არის განსაკუთრებულად ამ ნიჭის მქონე ადამიანები. Но есть люди, которые имеют особенный в этом даре. რომლებსაც ძალიან დიდი თანაგრძნობის უნარი აქვს. Которые имеют способность, очень большую способность сострадать. რომლების гулгрили верчебиан роца исменен рагац проблемазе которые не остаются хладнокровными когда слышат о какой-то проблеме мати реагиреба ис арис ро рагац гаакетон матвис и их реакция в том чтобы что-то сделать для этих людей маграм кидев амбоб ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ ასეთები но я ещё раз говорю что мы все должны быть такими иყავით გულმოწყალე გულმოწყალენი როგორც თქვენი ზეციერი мамаო გულმოწყალენი будьте милостивыми как милостивыми как и отец ваш небесный ესეთ იესო ერთ-ერთი პრობლემა რაც ფარისევლებს ჰქონდა და მიუნიშნებდა ეუნებოდა თქვენო დააწესეთო ეს მეათედის გადახდა მაგრამ დაივიწყეთო რაც თავარი იყო ჯულშიო და ერთ-ერთი ეს იყო წყალობა შეწყალება ადამიანისადმი წყალობის გამოჩენა იესოს говорил выговаривал фарисеям И говорил, обличал их в том, что вы постановили это и это и это, но забыли кое-что. И одно из этих это было милосердие, милость. Нетар ариан моцкалени. Блаженные милостивые. Хутис шведи мате сахарева. Евангелие от Матфея 5 глава 7 стих. Имиторум исини чецкалебулни икнебия. Ибо они будут помилованы. Роца Иесу акамбос цкалобазе, ак гуманитарулис дахмаребазе ярари да продуктებზე. Когда Иисус говорит здесь о милосердии, Иисус не говорит здесь о гуманитарной помощи или её раздаче. Роца шен моцқале იყავი, სხვა შეიწყალე, სხვა შეიბრალე, სხვა წამოწიე. Когда ты помиловал кого-то, когда ты помог подняться другому человеку,
ღმერთი შენც ასე მოგექცევაო. Тогда Бог и с тобой поступит так же. Შენც შეგიწყალებს, ანუ შენც დაგეხმარება, გითანაგრძნობს, წამოგწევს. И тебя также помилует, тебе также будет сострадать и поднимать тебя. Амничис мкони ადამიანი აუცილებელი არ არის მოწყალების ჯგუფის ლიდერი იყოს. И не обязательно, чтобы такой человек был лидером группы милосердия. Маграм мас унда შეეძლოს. Но он должен уметь გამოხატოს თანაგრძნობა. Проявлять сострадание гачиребулисадми. По отношению к нуждающемуся. Датковебулисадми. По отношению к пленённому. Гловиаресадми. И по отношению к скорбящему. Итирос мотиралтан. И скорбеть вместе со скорбящими. Ихарос мхиарултан. Плакать с ними. Амас залдатанебит аракетепс. И радоваться с радующимися. И он это не делает понудительно, принуждённо или понуждённо, принудительно. Эс миси бунеба შეიძლება ითქვას. И можно сказать, что это его природа. Эс маса აქვს მიცემული, ეს მისი ნაწილი არის. Это ему дано, и это часть его. Изит роца ам 7 ნიჭით მოქმედებს ეკლესია. И когда вот этими 7 дарами действует церковь, роца შეიძლება ითქვას მოწყალეები, გამჩუქებლები, მასწავლებლები ყველა ისინი ერთად არიან შეკრულები. Когда вот все эти дары или даятели или учителя или кто милосердие, благотворители, они собраны вместе. Машин ари зала ეკლესიაში. Тогда есть сила в церкви. Машин ари зала, რომელიც ვლინდება ქვეყნიერებაზე. Тогда есть сила, которая проявляется в мире. Ро ადამიანები მოვიდნენ და გამრავლებული იყოს. Сасупевели. Чтобы люди пришли и царствие Божие было расширено. Ми арвици дайнахе ту ара ромелиме ничи шени тави. Я не знаю, увидел ли ты себя в каком-нибудь даре. Маграм ам 7 ничидан ромелигаца ари шени. Но из этих 7 даров какой-то является твоим. Гамоикули эс ничеви. Исследуй эти дары. Შეიძლება рамоденимеши дайнахе шени тави. Возможно, ты в нескольких увидел себя. მაგრამ იცოდე რამოდენიმეში შეიძლება იმოქმედო, მაგრამ ერთი შენი არის. Ты можешь действовать в разных из этих даров, но один всё равно является твоим главным, основным. Схвебсат შეკითხე ხოლმე, რას ხედავ ჩემში? И задай вопрос другим. Что ты видишь во мне? Схва ადამიანების მოწმობასაც მიაქციე ყურადღება. Обрати внимание и на свидетельства других людей. Да дайцхе გამოვლინება. И начни проявлять. Шен ჭირდები ყველა მსახურებას რაც ეკლესიაში არის და საოჯახო ჯგუფებს. Ты нужен всем служением, которое есть в церкви и также домашним группам. Винс дадихар საოჯახოებში დაიწყე თქვენს ნიჭებში გამოვლინება. Те, кто ходит в домашние группы, начинайте проявляться в этих дарах. Вигаца мунда гарети кадагос. Кто-то должен проповедовать вне. Вигаца ერთ-ერთზე უნდა ესაუბროს. Кто-то должен говорить один на один. Вигацам საქმითანახოს სიყვარული. Кто-то делом показывать любовь. ვიღაცამ რაღაცა შეიძლება საჩუქარიც გაიმეტოს. Кто-то может быть подарок даст, подарит что-то. ვიღაცამ თანაგრძნობას გამოხატავს. Кто-то сострадание проявит. Да ასეთნაირად ღმერთის სიყვარული გამოვლინდება ქვეყნიერებაზე. И таким образом Божья любовь она проявится в этом мире. ხალხი შეეხება. И коснётся людей. ჩვენ კი გავიზრდებით. А мы вырастем. გავიზრდებით ჩვენს ნიჭში და ჩვენს მოწოდებაში. Вырастем в нашем призвании, в нашем даре.